Давайте, соберитесь, пожалуйста, минуту до эфира. Вер, почитай суфлер, пожалуйста. А в эту субботу в 15:00 на канале Ю премьера. 3 часа нового сезона «Топ-модель». Так, все хорошо по звуку. Пожалуйста, девочки, подправьте чуть-чуть Вере грим. Чуть-чуть она блестит. Вер, к Ауле Дион сейчас подводимся. Они не будут все? Все-таки нет. Поняв, что фоток с мировыми знаменитостями в инстаграме... 40 секунд до эфира. Оль, пожалуйста, порезче. 35 секунд. ...который подъехал чуть ли не к концу презентации, поняв, что к чему, и, так сказать, отметившись... Ааа! Что сделал-то, Оль? Блядь! Да что, у нас дальше порвалось? Ну, бери свои сиськи, слышишь? Бери, слышишь? 20 секунд, Оля, вернись! Вернись, Оля, сделай там, как я ее зажму под рукой, ты в своем уме вообще? Оля, сделай что-нибудь, блядь! Я не буду так стоять, я не буду! Я не буду так усилить эфир! Я ничего не знаю, блядь! Куда ты стал? Мотор! With offensive coordinator Tom Clark. With, did you guys just see that football? I saw it. Anyway. И это Facebook еще только набирает силу. Что дальше будет, страшно подумать. Сегодня суд Эквадора. О, Господи, на этом месте у меня почему-то сломался стул подо мной. Сегодня суд Эквадора вынес решение, прогремевшее далеко за пределами этой маленькой латиноамериканской страны. Нефтяная корпорация «Шеврон» оштрафована на 9,5 миллиардов долларов. За что и собирается ли «Шеврон» платить, спросим Игоря Полетаева. Игорь ненарочно, он сам. Эквадорские индейцы говорят, что американские нефтяники загадили им всю природу, но американцы, конечно, платить отказываются. Ну, мои 20 años. And look, they're big. This one is about 12 pounds, but they can grow to... Полите! Хрен с ним! Это моя первая. Подводка, я не знаю. Да я не возражаю, что-то. Это с Жой ты не вышла. Давай. А ты... Капитошка не вышел. А как голос вот такой? Все, серьезно, давай, давай. Серьезно, давай, все, все. Серьезно, передача. Все, я собрался. Попечительский совет. Попечительский. Хватит смеяться уже, блин, все. А не надо было спешить. А я не смешил никого. Лёша, хватит. Ну я сам стараюсь, ты первый начинаешь, все. Так, все. Сейчас попробую там спрячу. Давай подъем. Давай. Друг на друга так. Водой. Паузу там нажмите. Может, мы после Тигунова запишемся. А, ну все тогда. Ладно. И галстук у тебя не перпендикулярен. Перпендикулярен. Далее в нашем эфире спортивная часть. Тряпка. Соберись. Сейчас. Далее в нашем эфире спортивная часть программы «Мегаполис». Давайте после гостя. Что-то не получается. Нет, надо как-то, знаешь, там представить. Вот, допустим, я Кириллов, а ты там Андреева. А, вот, а ты думаешь, прямой они эфир, так не... нашу страну там, и там же нельзя ржать, ты что вообще? А если? Никак. Они, наверное, щипают тебя. Ну, давай, как-то надо. Да.
Черт. Давайте смешную передачу какую-нибудь делать. Мне кажется, если вот это вот дадут в эфир, уже смешно будет. Ура. Хоть поржать зато. Мы отлично с тобой поработали. Это все за тебя. Украинский карнавал сегодня будет состояться из 4 частей. Здесь будет и венецианский карнавал, и бразильская феерия, а также венский бал. Все приглашенные сюда готовятся танцевать, но кроме концертов и кроме танцев сегодня здесь будет еще и благо... собирать деньги для неимущих. Здесь будут аукцион и лотерея. Блять. 5 шайб в нашей команде забил Виктор Яшин. И по 2 Дмитрий Ионкин, Василий Шарабарин и Василий Менчиков. В розыгрыше концерна «Кузнецк-Уголь» наша команда занимает пока 3-е место. Следующую игру «Вымпел» проведет на выезде в Новокузнецке со сборной «Шахты Кушаяковская». Убивала бы, блядь. Виктор Шарабарин. В первую очередь символический характер, во вторую очередь вполне возможно преследуются определенные конкретные цели. Фу, пиздец. Мы на прямой связи с нами Юрий Каганович. Здравствуйте, Юра. Юра? Да, да, да. У вас есть какие-то... Президент России Владимир Дмитрий Анатольевич Медведев. Добрый день. Вот. Да нет, не просьба. А на самом деле, здесь мы заметили с коллегами, что все спрашивают то, что их волнует. Вот. И когда я собиралась на... А вы хотите, чтобы они спрашивали то, что вас волнует? Да нет, пусть спрашивают, что хотят. Вот. Главное, что я теперь могу спросить и попросить вас. Пожалуйста. Вот. Первый вопрос, который меня просили задать, вы очень много говорили про пенсию, что она будет повышаться. Что будет со стипендией? Вот. Потому что студентам приходится работать, а это влияет на как мы учимся, да? То есть мы работаем, зарабатываем, даем преподавателю. Вот такие у нас специалисты выходят. Чего это вы там рассказываете? Вот. Насчет преподавателя. Вот. Ирада, пожалуйста, мы ждем. Боря, дай микрофон. Нахрена вам микрофон? Ирада, мы ждем вас. Алло. Алло. Здравствуйте. Я не с ней разговариваю, я не слушаю себя в телеке. Алло. Во-во, прикольно, это ты, да? Ага, это я. Это я. Нифига, это не ты. Так это я, говори в телефон, не в телевизор, смотри молча, а говори в телефон ухом. А, ответ надо говорить, да? Да. Да? Ага. Да. О, сиськи. Спасибо. Отличный ответ. Знаете, я даже пободрела. Генпрокуроры заявили, что Чайка не худший вариант. Это человек, знающий, что такое право. Наш корреспондент Сергей Морозов продолжит тему. Этот материал сейчас готовится к эфиру. Мы в кадре, мы работаем. У нас небольшой технический сбой. Простите за этот технический сбой. 6 российских теннисисток победы стартовали на одном из самых престижных и крупных турниров в Уимблдоне. Напомню, что он входит в серию так называемого «Большого шлема». Его призовой фонд в этом году составляет почти... Представьтесь, пожалуйста. Я не буду с вами разговаривать, а только с президентом. Владимир Владимирович вас слушает, да. Задавайте вопросы. Я слушаю вас. Добрый день. Это вы? Я. Добрый день, да. Это правда вы? Правда. А раньше тоже были вы, да? И я был раньше, да. Ой, Господи, спасибо вам большое. За все огромное спасибо.
Ну, как-то без вопроса обошлось. Прямо прямой эфир. Спасибо вам за то, что вы сказали. Это, собственно говоря, оценка моей работы, оценка работы тех людей, с которыми я бок о бок тружусь за последние годы. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Хорошо, спасибо большое за интересную информацию, а мы продолжаем. Будет треугольников. Добрый вечер. Алло. Алло. Здравствуйте. Только не посылайте меня, я хорошая на самом деле. На рассвете залил соседний сад, там смуглянка молдаванка собирает виноград. У нас на очереди очередной вопрос от телезрителя. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый вечер, а Марин можно? Марины? Марины у нас, к сожалению, нет. Итак, мы продолжаем отвечать на вопросы прошлого эфира. У меня вчера был день рождения. Это уже радует. Я хочу, чтобы мы все вместе отметили этот день, потому что вчера я не успела этого сделать. Мы поздравляем Наталью Ярошеву с днем рождения. Бокалы! Студию! Где они? Шампанское у нас здесь должно быть. Шампанское у нас здесь. Дорогие телезрители.